Но мы светская страна, и устои у нас светские устои. Мы с глубоким уважением и почтением относимся к своей религии, к своим традициям, безусловно. Но у нас государство, религия существует раздельно. И я думаю, что в этом вопросе нет никаких проблем. Я к этому совершенно готова. И я даже это не рассматриваю как какой-то вызов. Вы думали когда-то над тем, чтобы возглавить эту страну, чтобы стать президентом? Это возможно? Вы знаете, я об этом не задумывалась и не задумываюсь. Да, я буду отстаивать интересы Азербайджана. Да, я буду отстаивать интересы азербайджанского народа.